ощущение очень душевное. Много людей, все довольны, все улыбаются. Это очень необычное ощущение. Жаль, что мероприятия проходят раз в год, но мы собираемся с друзьями, катаемся сами. Харьков не сильно предназначен, как и вся Украина в целом, для велосипедистов, потому что не хватает велодорожек, не хватает корректировки правил дорожного движения. Но я думаю, что все впереди. Ну, это, наверное, как пчела внутри роя. Это такое своеобразное ощущение, когда много людей вокруг, несколько тысяч человек, которые разделяют твои убеждения. Thank you.